I'm nervous. Всем привет, с вами я, Шон, вы на канале The Shon Game Room. С вами на моем новом канале, конечно. Ну, конечно же, я на моем канале. Хотя, стоп. Ладно. Сегодня мы поговорим о первом видео, о последней серии, обзор и анбоксинг, который я сегодня получил в подарок. Давай, это что-то у нас сегодня, посмотрим, что из картона. А сегодня мы посмотрим, что мы получили в подарок. Поехали! Ну что ж, что у нас там? И в комплекте мы сегодня получили... Опа, а это что? Пицца! Это же диск! Да, мы получили диск SSD 130S за 512 гигабайт. Вот такой, видите? Красивый, красавчик. Комплект мы еще получили. Это что? Флешка? А мы еще получили флешку 64420 по серии Get Flash 519, да? Еще у нас там есть. Это что у нас? Это у нас Transcend. А это мы можем подключить туда большой SD-карт и маленький SD-карт. Это у нас USB 2.0, конечно. Он открывается, закрывается. USB 2.0 просто прикольно. А на последнем что у нас? А это у нас специальный Gold Flash для подключения HDMI и DVI, чтобы можно подключить на монитор. Я вам покажу это после подключения, но покажу вам в следующем видео. Ну что ж, погнали все открывать и поехали! A few minutes later. Так, сейчас я беру этот кулек, покажу, да? И начнем нашего первого. Это у нас специальное... А, нет, не это. Вот это. Флешка сейчас очередить. Jet Flash 590. Мы получили его за... Это я куплю его для школы, конечно. И то, что мы будем сейчас делать, это мы просто его откроем. Давайте откроем здесь. Вот так. Опа. Так вот, вот у нас флешка, это можно выбросить. A few minutes later. A few moments later. Все. Вот, кстати, это наш флешка, он легко открывается. То, что вы видите, если что, можно нажать ее, открывается. Открывается с помощью кнопочки. И у него USB 2.0, конечно. То, что вы видите. Смотрите. У нас здесь. Сейчас 4. Ну, конечно же, это прикольно. Если что, то можно... Ну что ж, давайте посмотрим, если он работает на моем компьютере. Давайте посмотрим. A few moments later. Так, вот мой компьютер. А вот и моя флешка. Давайте засовываем флешку. 3, 2... Один. Работает! Ё-моё! Вот, посмотрите, здесь у нас папка называется Transcend. Вот, смотрите. Это за 56. Смотрите. Папка Transcend. Можете даже заменить имени, если мы хотим. Если что, вы можете заменить, но мы пока оставим это имя. Мы не будем скопировать, потому что это для моего школы. И мы сейчас это поставим наружу и положу его ко мне на рост. Ну что ж, все работает. Later. Ну что ж, продолжаем нашему второму продукту. Это у нас флешка 2.0 для Card Reader. От Transcend модель называется RDP 5W. Вот такой Transcend. Мы будем сейчас его раскрывать. Он легко открывается, как мы вылезем на эту флешку. Открывается легко, без никаких шуток. Вот так. О, вау. Сейчас вытащим эту протекту и продолжим. A few inches later. Ну что ж, я уже вытащил. Вот это наша флешка. Но это не флешка обычная, можно туда поставить... это можно туда поставить SD-карточка и маленькую SD-карточку. Здесь можно поставить таких два, целых два. Давайте, если мы откроем, то у нас здесь получается microUSB для компьютера. Как вы знаете. Ну и на этом видео я принес... давайте проверим, как он будет заработать.
Я для этого принес специальный, для проверки, вот специальный. Kingston. А еще 4 гигабайта. Ну что ж, давайте проверим, если работает большой. Давайте поставим большой кабель и подключим к компьютеру и посмотрим, как это будет заработать. Можно даже поставить вот эту маленькую. Вот, смотрите. Вот так, что ли? Нет, наоборот. Да, вот так. Вот так, что ли? Да. Это нужно было поставить наоборот, а вот так вот и ну что ж, давайте проверим на компьютер и посмотрим. A few moments later. Так вот, мы снова на нашем компьютере. А вот и наш флешка с SD-карточком. Сейчас поставим первую нашу. Откроем эту холл и подключим в компьютер. 3, 2, 1. Загорело. Мы видим, опа, у нас есть 4 гигабайт. Это наш флешка как раз. Вот, смотрите. Все мои файлы здесь. Вот это я понимаю, в сети у меня все работает, горит. У него еще есть, вот, ну, давайте посмотрим, что это еще. Включение. С маленьким. Давайте вытащим вот эту большую. И поставим своему маленькому кабелю. Вот так. Вставляем. И загорело. То же самое работает. Все файлы, все то, что у нас есть, работают. Это хорошо. А он еще, у него есть его подсветочка. Если мы в этом, смотрите. Какой синенький. Голубой, красивый. Давайте вытащим. Вот. Включается. Сейчас вытащим свою маленькую и поставим нашу SD-карточку обратно в нашу. И сейчас я назад поставлю. И нашего флешка мы закроем. Вот так. Прикольная штучка. Кто-то тоже любит этот протекцию. Этот устройство. Жмите лайк. Two hours later. Ну ладно, мы посмотрели. Сейчас мы переходим к нашему второму. Это у нас Gold Touch. Кабель DVI для HDMI. Ну что ж, давайте раскроем и посмотрим, если он прикольный. Давайте раскроем. Там нет никакого инструкция, нам его не понадобится. Вот так раскрываем. И он вот так выглядит. Там есть подключение для DVI, а здесь находится подключение для HDMI. Так что вы видите, здесь есть вот такие ветки. Да, давайте сейчас я проверю своего кабеля HDMI. Извините, это не для вас, подождите минутку. A few inches later. Так, вот у нас есть, например, Xiaomi кабель. Давайте подключим. Смотрим. Ё-моё, подходил! А остальное нужно подключить к его монитору, я вам это покажу в следующих видео. Обзор про него. Как вы видите, он просто прикольный. Кто же тоже любит такой продукт, жмите лайк. Later. На это пока я стану в сторону. Сейчас пока отгадаю назад. И мы продолжим нашего обзора, что мы получили в пакете в картоне. Последник у нас. Диск 512 гигабайт. Это у нас специальный диск. Он, модель называется SSD 230S. Здесь у нас на русском есть тут много таких прочтений. Есть английский, есть германский, есть французский, есть итальянский, еще есть украинский и, конечно же, русский язык, японский и всего другого. Давайте раскрываем нашего дискова. Это очень сложно его открыть. Я очень понимаюсь. Опа! Это получился. Сейчас вытащим. Это мы сейчас его выбросим. Давайте сейчас его выбросим. Вот это мы я его выброшу и продолжим видео. A few minutes later. Итак, мы раскрыли. Вот так выглядит вот такой диск. Это называется у нас SSD 230S. Solid State Disk. Это можем поставить его на компьютер и всего другого. Здесь у нас находится подключение для, конечно же, вот такой. Здесь можно раскрыть. Там есть сам диск и все остальное.
Хотел вам показать, что у меня есть еще один такой моделька, как они чуть выглядят вот такой. А вот это что-то другое. Вот там находятся все... А это у нас Made in Taiwan. Все сделано из Тайвана, конечно. Смотрите. Вот, смотрите. Этот протект. Этот протект от Toshiba. Это сделано из Китая. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Ну что ж, как мы сказали, это у нас диск Toshiba сделан из Китая, а это у нас диск сделан из Тайвана. Если то же самое, вот такие диски. Если вы любите такие же, а какие вы диски любите? Пишите в комментарии, и я вам отвечу. И мы продолжаем. A few moments later. То, что мы будем сейчас делать, это мы не поставим его на компьютер. Это мы поставим его на мой специальный диск. Вот это, который можно подключить. Это у нас Transcend Storage. То же самое. И мы сейчас подключим этот диск к нам на прошивку. Я как раз принес отверточку из Китая. Сейчас его раскрываем и поставим на наш диск. One hour later. Мы раскрыли наш диск. Остальное, вот этот диск, нам нужно его положить к нам на компьютер. Ставлю, так, вставляем этот диск внутри, остальной кабель нужно положить туда, остальное, то, что мы сейчас видим, нам нужно положить это наоборот, что вставляем его наоборот, как рисовано на инструкции или про какую-нибудь, как вы знаете, про диску инструкции. Диск мы наложим его вот так. Чехол вместе с этим расставляем вот так, чтобы он был ровный. Нужно, чтобы показал, диск мы поставили. Теперь остальное, все эти сказки, вставляем их нам назад на диск, и чтобы диск был видно. И закроем, и посмотрим, что будет. A few minutes later. Так, мы уже наложили наш диск, и остальное, вот у меня есть чехол. Чехол вот так, и разгибаем. Все, вот такой у нас получился классика. Вернулся, у меня сначала такой был, но сейчас смотрю. Кто-то тоже, жмите лайк. У меня даже есть кабель USB, и давайте посмотрим, как он будет заработать. Поехали! A few moments later. И мы снова, так, мы снова в нашем компьютере и в наш диск, который мы раскрыли. Подключаем наш диск подключения, вот, и остальное, сейчас, вот туда поставил, и подключим наш диск в компьютер. Сейчас сюда здесь поправлю и смотрим, если он заработает. Что ж, 3, 2, 1. Он работает! Немножко слышно, он показать, что там он уже подсветочка есть. Ну, походу у нас нет никакого диска. Точнее, вот так. И сейчас я это исправлю. Так, мы зайдем по настройке. Давайте посмотрим по настройке нашего компьютера, что у нас там есть. И сторож, то, что у нас есть. У нас есть диск. Нам уже теперь делать специальный диск. Но что мы будем делать, это мы будем делать диск. И то, что... И начнем делать наш диск. Здесь у нас находится какой-то recovery. Диск 0. И partition. Что? Остальное, то, что мы видим. У нас здесь находится только... Диск 0. А это у нас... Смотрите. Здесь у нас диск. У нас диск 2. Есть 400. Давайте пойдем на сингл поле. У нас здесь есть диск. Нужно. Кнопка G. Я буду поделать на класс, левел, пойдем, все. Так, теперь у нас здесь начинается загрузка, смотрите, и вот
Как раз у нас новое имени. Да, точнее, все работает. Мы сделали новый диск, и все работает. Новый я. Точнее, он рабочий. Теперь то, что мы можем делать, можем менять имени, конечно. Давайте дальше. Называться на имени. Я смотрю на имя. Тран. СН. Все. Теперь у нас новый диск включен. И у нас новый диск уже живой. Можно туда поставить разные вещи, которые можно туда поставить. Если что, то вы можете просто купить диск, настроить его. Просто то, что нужно делать, это просто зайти на Manage. Где-то там находится клавиатура, там находится Storage. Туда в диск Nordiment. Здесь можно найти наш диск, который мы еще не сделали, который там написано. Вот это. Или просто вот здесь. И здесь просто то, что нужно делать, это нужно делать все новое. По диску и вот. Здесь два, просто нужно всегда нажать, сделать новые войны. Все, все работает, теперь можно его отключать и сохранить там разные программы, которые вы хотите, которые вам нужны. Точнее, работает. Тоже, кто-то тоже любит этот устройство, жмите лайк. Later. Так, снова у нас сегодня было в этом программе. У нас было диск 512, который мы поставили туда. Флешка для вставления SD-карточка для маленьких и для больших, точнее USB 2.0. Флешка сейчас 4 бит, точнее на 2.0. И кабель HDMI DVI, который вам покажу в следующем видео. Обзор принесу какое-нибудь устройство и вам покажу, что это работает. Ребята, понравилось видео, поддержите видео с лайком и подписывайтесь на канал. Если что, то, пожалуйста, поддержите с лайком, зайдите по мой канал. И, конечно же, поставьте лайк, нажмите на колокольчик. И смотрите все, что вы хотите. И до встречи на следующей неделе. Всем пока!